Всем привет, меня зовут Ольга Тигина. Сегодня рядом со мной игрок сборной России и женского футбольного клуба «Локомотив» Нелли Коровкина с ее супругом Эдуардом. Мы узнали классную новость, что ребята ждут ребенка. И поскольку мы следим за трендами, сегодня мы проведем крутую вечеринку, которая называется «Гендер-пати», чтобы узнать пол ребенка, и все будет это происходить прямо на футбольном поле. Как вы на это смотрите? Я поддерживаю полностью. Какие ваши предположения, если вообще предвкушение, кого бы хотелось? Хотелось бы, конечно, мальчика, но если будет девочка, тоже не против. А я знаю, что у вас уже есть мальчик, да? Сколько ему лет? Ему позавчера исполнилось 5 лет. Я думаю, если уже есть мальчик, то, конечно, нужна девочка, чтобы как бы собрать комплект. Мне кажется, нет смысла задерживать ребят, да? Давайте уже скорее узнаем пол ребенка. Эдуард, но от вас нужна голевая передача, вы готовы? Готов. 3, 2, 1. Еще раз поздравим ребят с ожиданием прекрасной девочки. Скажите, вы думали вообще над именем или нет? Вот вы хотели мальчика. Вообще-то я думал, что будет мальчик, и имя уже придумал ему Кристиан. Но так как девочка, я тоже счастлив, и, наверное, имя пусть придумает мама. Конечно, имя я бы хотела дать девочке Мишель. Тебе, как футболистке, вопрос. У тебя будет девочка. Отдашь ее в футбол? Да, скорее всего, да. Серьезно, у нас получается еще одна будущая чемпионка растет, да? По-любому спортсменка, по-любому футбол. Это вот то, что я рассматриваю на первом месте, это точно футбол. А вы не против? Нет, конечно, только за. Ребят, мы вас еще раз поздравляем. Вы молодцы? Ура!